Генеральный спонсор места происшествия – сеть магазинов автозапчастей для иномарок «Евразия Авто Плюс». Сеть магазинов «Евразия Авто Плюс». Качественные запчасти для вашего надежного автомобиля. В эфире проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. Следственный комитет начал проверку по факту падения мальчика с качелей. ЧП произошло 1 сентября в Кирове. Ребенка доставили в больницу с переломом черепа. Все подробности в рубрике «Сводка». По данным следствия, 11-летний мальчик гулял вместе с другом. Друг его раскачал, и когда качель поднялась на высоту около 2 метра от земли, подросток соскользнул с сиденья и упал лицом на землю. Прохожие тут же бросились ему на помощь. У мальчика врачи диагностировали ушиб легких и перелом основания свода черепа. Сейчас следователи проводят проверку, подростку причинен тяжкий вред здоровью. По какой цене вы купили? По 100 рублей. 100 рублей? А в каком магазине? На улице Ломоносова в круглосуточном магазине незаконно продавали пиво. Полицейские пресекли этот факт и изъяли продукцию. Из оборота изъято почти 30 литров спиртного. В отношении предпринимателя и продавца оформлен административный материал. Также, по данным полиции, с июля этого года увеличились штрафы за торговлю крепким алкоголем без лицензии. На продавцов до 50 тысяч рублей, на предпринимателей до 200 тысяч рублей с конфискацией алкоголя. Повторное нарушение в течение года – уголовное наказание. В супермаркете на улице Ленина камера видеонаблюдения зафиксировала 2 кофеманов. Юные воры украли несколько пакетов с кофе. Один брал с прилавка, другой прятал под штаны. С похищенным жулики скрылись. Если вы узнали молодых людей на видео, звоните по телефону 740-377. Жильцы дома номер 50 по улице Сурикова разыскивают хулиганов, которые сломали шлагбаум. Около 5 утра 2 с виду пьяных молодых человека возвращались с вечеринки, и на их пути оказалась преграда в виде шлагбаума. Обходить они ее не стали, а общими усилиями сломали. Ущерб составил более 10 тысяч рублей. Если вы узнали хулиганов на видео, звоните по телефону 8 982 390 54 40. Михаил Вагин, место происшествия.